Катюш, надо бежать. Ножка на ножку. С ножки на ножку подпрыгивай. Слева и направо. Давай, попробуй. Давай, попробуй. Ну. Вот, раз, молодец. Да. Волнение на детских лицах легко прочитать. Долгие месяцы малыши репетировали в скромных школьных залах. И вот первый выход на родную сцену. Дом культуры в селе Коза открыл свои двери после капитального ремонта. Фактически все сделано. То есть это полностью замена потолков, замена полов, замена стен, полностью замена электрооборудования. Установили прожекторы, то есть свет на сцену. Закупили новую одежду сцены, новые стулья. Дом культуры по программе «Решаем вместе» обновляли с осени 2018-го, но так было до 2019-го. Подрядчик оказался недобросовестным и к сроку сдачи отремонтировал лишь 20% от всего объема. Дошло до того, что в прошлом году, когда должен быть сдан Дом культуры, было принято не подписывать акты выполненных работ и требовать от подрядчика полного выполнения своих обязательств. И партия продолжает контроль. Сейчас почти все готово к открытию. Осталось довести до ума вход, чтобы обеспечить доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, положительных примеров реализации губернаторской программы в районе в разы больше. Ремонта этого двора по улице Советской в Пречистом ждали. Особенно беспокоилась староста. Был двор неблагоустроен. Были ямы, лужи стояли. А в прошлом году нам положили асфальт, сделали освещение во дворах. Теперь мы рады очень. Двору по улице Ярославская, дом 96, в этом году повезет не меньше. По программе «Решаем вместе» здесь приведут в порядок детскую площадку. Что особенно важно, появятся не только новые малые архитектурные формы, но и отдельная игровая зона. Особое внимание уделяют безопасности, поэтому вся площадка будет со специальным резиновым покрытием. Не будут бросаться в глаза и эти ржавые мусорные контейнеры. На их месте появятся новые, а вся площадка будет огорожена. Большое благоустройство планируют завершить к юбилею поселка. 90-летие отметят в августе. Александра Панкратова, Сергей Ватин. День в событиях.